Однажды в некотором царстве на землю упала капля солнечного света. Из этой капли солнца вырос волшебный цветок. Говорят, этот цветок обладал силой исцелять больных и немощных. И когда королева, которая ждала дитя, заболела, она выпила отвар из этого цветка и выздоровела. И родилась девочка с чудесными золотыми волосами, наделенными волшебной силой. Но кое-кто хотел забрать эту силу себе. Мстительная старуха по имени Матушка Готель. Она похитила дитя и заперла ее в тайной башне в дремучем лесу, где растила девочку как свою. Волшебные волосы принцессы сохраняли Готель молодость, но в душе она оставалась алчной и жестокой. Она рассказала Рапунцель, что внешний мир очень опасен и полон злых, жестоких людей. Но даже стены башни не смогли удержать жизнелюбивую душу принцессы. В каждый день ее рождения король с королевой выпускали сотни фонариков в небо, чтобы однажды пропавшая принцесса вернулась. Рапунцель видела их из башни. Она не знала, что это за парящие огни, но мечтала выйти во внешний мир, чтобы увидеть их вблизи. И вот однажды она встретила незнакомца, того, кто мог помочь ей осуществить мечту. И тут же стукнула его по голове сковородкой. Как-никак, все эти приключения были для нее в новинку. Всем привет, я Ниагара, и мы начинаем прохождение игры «Рапунцель. Запутанная история». За пару минут вступительного ролика нам практически показали полнометражный мультфильм. Игра эта создана именно по нему. Так что давайте без лишних предисловий начнем играть. Так, мы оказались сейчас в башне у Рапунцель. Нам тут подсказывают по поводу управления. Можно посмотреть карту, статистику. Боже мой, какие длинные у нее волосы. Журнал. Я даже не представляю, сколько шампуня она тратит. Состязание. Фреска. О, сколько здесь всего. Карта. Первая шалость. Начнем. Так, красотка, я мало чего помню после того, как ты огрела меня своей сковородкой. Для таких случаев у меня есть журнал. Я буду рисовать там все, что увижу, чтобы не забыть что-то важное. Ладно, и что случилось потом? Ты залез в окно, и мы заключили сделку. Точно. Ты спрятала сумку и сказала, что вернешь ее, если я отведу тебя к фонарикам. Ну, я просила матушку, но она запретила покидать башню. А Паскаль решил, тебе можно верить. Ну, я и рискнула. О, это невероятно! Даже лучше, чем я ожидала. Свет в кронах деревьев, запах свежего ветра. Холодный ручей под ногами. Ну что, мы идем, красотка? Какая башня у нее красивая. Очень прикольное местечко. И водопад рядом. Правда, наверное, можно сойти с ума, если сидеть все время в четырех стенах. Я не представляю, как она всю жизнь там свою просидела. Я не могу поверить, что сделала это. Я не могу поверить, что сделала это! Я ужасная дочь. Я иду назад. Я никогда не вернусь! Я ужасная вредина. Муки совести. Лучший день в жизни! Ах, Паскаль, как тут хорошо, правда? Знаешь, я тут заметил, ты как-то немного не в ладах сама с собой. Да уж. Давайте посмотрим, что она умеет. Так, мы прыгаем, бьем сковородкой и кружится. Выберитесь из леса до того, как вернется матушка. О, мы постараемся. О, ты такое чудо. Весь день бы с тобой играла. Так, это что тут у нас? Что-то интересненькое. Птички, цветочки наслаждаются свободой. О, да, я представляю. Первый день на свободе. Классно. Но мне кажется, ей надо было волосы чем-нибудь заколоть. Хотя она вот так не смогла бы делать. Он тоже с нами будет бегать, да? Прикольно. Для удара нажмите левую кнопку. А, мы можем так срубать кусты. Так, поменяли персонажа. Уберем этот второй. Ух ты! Тут можно играть за двух персонажей. Круто, пока она там мучается от того, что сбежала, мы можем поиграть за этого паренька. Давай здесь тоже все порубим. Пусть Рапунцель все соберет. Да, интересно, когда вернется эта мамаша. Нам ничего об этом не сказали. По крайней мере, я думаю, мы не ограничены во времени. Переберусь на ту сторону. Да-да. Сейчас переберемся. Я перелечу. Да? Я перелечу. Почему она так в этом уверена? О, покачаемся. А, ну да, перелетели. А здесь у нас что, улей? Я перелечу. А, надо было, может, два раза зацепиться. Ну ладно. Короче говоря, мы все равно собрали. Слушай, а может вот эти кусты тоже разрубить пареньком? Да, у него нет таких шикарных волос. Он не может перелетать. Да, конечно, мы тут можем все это разрубить. Посмотри, сколько тут еще всяких полезных штучек. Собирай. Думаю, я смогу тут перебраться. Да, и у нее, кстати, наполняется шкала, я не знаю чего, это волос. У него меч, а у нее волосы. Так, правой кнопкой мыши мы можем вырастить цветы. Ух ты! Как интересно, я это нарисую? А, она рисует то, что она вырастила цветочки. Прикольно. На память рисуночек. Готово. Так, еще пособираем все, что тут раскидано. А это что тут у нас? Просто цветочки. Бегите, пока не вырастут все фиолетовые цветы. Что у нас в кустиках? Да, здесь, наверное, удобнее играть все-таки вдвоем. Цветочки! Как она своей, наверное, волшебной силой волос их выращивает? Да, мы уже поняли, что он может расчищать для нее путь. Пойдем-ка. Он только пробежался у нее по волосам. Бесцеремонно совершенно. Так, там еще есть что вырастить тебе на будущее. Не перелезть, придется напролом. Да, все нормально, все перелезть. Сейчас все порубим. Я пока им сейчас все расчищу, а потом, думаю, мы пройдемся тут Рапунцель. Там еще цветочки повыращиваем. Или сейчас лучше это сделать, чтобы потом не возвращаться. Так, где-то тут что-то я видела. Что это такое? Вау! Мне нравится, как цветочки вырастают. Прикольно. Так, здесь она, наверное, может опять перебраться. Блин, там уже охрана ходит. Да нет, 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 подожди. Зря я так быстро нажала. Еще поворачиваем. Я перелечу. Да, круто. Хорошо, что подсказывают, где можно нажать, потому что не всегда понятно, что мы там зарисуем, это, да, дело. Божья коровка. Отлично. Так она куда-то за спину этот альбомчик убрала. Непонятно. Куда? Так, здесь точно все. А, подожди-ка. Тут тоже можно перелететь. Вот здесь мы еще не вырастили цветочки. Я тут, оказывается, много чего пропустила. Да, ну я первый раз играю, так что мне простительно. Беги, пока синего растут. Ну да, мы вроде как уже поняли это. Вот, кстати, еще цветочки. Интересно, что будет, когда у нее полностью заполнится шкала волос. Интересно. Думаю, я смогу тут перебраться. Давай переберемся. Нет, нет, нет. Опять качели. Я вот так хотела сделать. Думаю, я смогу тут перебраться. Ладно, уже дальше обратно не пойдем. Вернемся к нашему мальчику. И я думаю, мы... зарубить надо вот этих мужичков. Ой, сколько там всего полезного. Да-да, у нас... Подожди, развернись. У нас там еще было такое дерево, я помню. Где-то вот здесь. Нет, не это. Вот оно. Ух ты! Красота. Да, веселое такое приключение у них тут в лесу. Я думаю, дальше, наверное, будет не так просто все. Давай, собирай, тут твое все разбросано. Погоди, красотка. Сейчас я все сделаю. Так, прорубимся сквозь эти кусточки. Белочка наверху скачет, кстати. О, мы можем это пораскрашивать. Прикольно. Сейчас все это разрубим. Это просто кошмар. Да нет никакого кошмара, все нормально. Так, что там еще? Вот здесь разрубим. Да, наверное, вдвоем было бы удобнее и быстрее. Потому что пока я тут за него все расчищу. Пока ей поиграю. Давай, где ты у нас? Пройдитесь по... Что? Так, ладно, это задание для нашего мальчика. Сейчас мы тут посмотрим, что осталось. Или он тут все собрал уже? Так, тут, по-моему, можно перелететь, да? Повыращиваем еще цветочков. И зарисуем кого-нибудь. Бабочку, например. А, белочку. Ну ладно. Еще лучше. Так, отсюда больше мы никуда не можем попасть. А вот это как пораскрашивать? Так, ну давайте возьмем, например, черным, покрасим ему волосы. О! А я думала, они будут автоматически раскрашиваться. Нифига подобного. Короче говоря, ладно, я, чтобы не занимать ваше время, по-быстренькому это все сделаю. Не знаю, зеленым что покрасить ему. Можем зеленым покрасить ему тут рубашку, например. Короче, вы поняли, да, что здесь можно раскрашивать. Все, готово. Да, вот такой вот он. Так. Тут, кстати, она еще может перелететь дальше. Просто стой, где стоишь. Я туда заберусь. Да? Перебираемся на ту сторону. О, тут стрелы какие-то. Или дротики, не знаю. Ну, все, слезай. Сколько ништячков. Ну, все, наверное. Так, а ты у нас можешь перебраться вот здесь. Так, ну, пожалуй, мы тут все обошли. Мне кажется. Вроде бы все пособирали. В припрыжку продолжаем двигаться и заходим куда? В пещеру. Куда мы попали? Это пещера? О, да, неужели? Вы можете находить закопанные клады. Чую что-то блестящее. Так, Флинн это может находить. Где? Ух ты, он там что-то раскапывает. Вау! Что там есть? Много всяких приколюшек. Прикольно. Пошли дальше. О, что-то на пути. Но это не проблема. По этим грибам, Флинн. Так, прыгать по грибам, и тут, по-моему, еще есть какие-то цветочки. Да. Они такие непонятные, но тем не менее, она их вырастила. У него, кстати, уже вот меч полный, а у нее еще нет. Шкала волос не полная. На ту сторону. Да, сейчас приберемся. Я перелечу. Ну, уже и крутиться не надо, они сами вырастают. Так, ты что, тоже за нами спрыгнул? Да зачем? Перебраться. Там мы уже перебрались. Пойдем дальше. Гадость! Что ты? Они такие милые. Где какая гадость опять? О чем он? Нет, подожди, ты там должен стоять. Зачем он слез? Кстати, у него опять вопрос возник. Думаю, я смогу тут перебраться. Сейчас переберемся. Чувствую близость сокровищ. Да? А где нам покопать? Остановись. Чую что-то блестящее. Зарисуем это дело. Опять какой-то жучок. Хорошо. Остановись. Так. Чую что-то блестящее. Погоди. Тут что-то есть. Да я погодю. Погодю. Подожди. А где? Где ты чувствуешь? Так, у него тут где-то вопрос. О. О! Ух ты, какой у него есть удар. Я перелечу. Подожди, где же тут у нас? Это работа для Флинна Райдера. Как-то он меня там быстро в прошлый раз. Я смогу перебраться. Нашел драгоценности. Я вот. Ура, мы нашли сундучок. Ух ты! Сколько здесь приколюшек. Здорово. Так, подожди-ка, иди ко мне. Там, по-моему, еще есть цветочки. Да, вот они. Ничего они не растут. Что они тут в текстуре застряли? Думаю, я смогу тут перебраться. А мы вроде туда уже перебирались. Я смогу перебраться. О, это уже выход из пещеры. Ага, понятно. То есть он здесь должен забраться по ее волосам. Где он, кстати? Так, окей. Спускаемся вниз. О, а здесь еще много всего. Ей тоже можно сюда спуститься. Давай-ка спрыгни к нам. И еще есть что порисовать там. Опять что-то нашла интересное. Какая прелесть. Да она художница. Птицу? Я не видела здесь птицу. Давай все собирай и поможем ему забраться. Да, он не может, конечно. Я смогу тут перебраться. Так, перебираться. Так, Рапунцель должна спустить ему волосы. И пойдем залезем. О, как ему тяжело. Ну-ка, уберем это второе. И он, кстати, тоже ей может помочь подняться. Оказывается, нам тут подсказали. Такой смешной. Этот хамелеончик или кто? Он хамелеончик, по-моему. Сколько тут цветочков, целая поляна. Так, Флинн, давай ты тоже пособирай свои всякие приколы. Что там еще есть? Добром это не кончится для вас. Пока его меч сияет. А, да. Мы можем большой удар нанести. Вот такой. Ну как большой. Не то сказалось. Сильный. Че, он спит, что ли? Уснул. Так, мы еще нашли сундук. А я думала, только в пещере они находятся. Классно. Так, че, он выспался, ушел? О, еще один. Отдыхай. Так. Девочка наша, ты где? Кто-то там собирается нас проучить. А нам в ту, что ли, сторону? Я думала, нам сюда. Нет, похоже, здесь тупик. Да, перелетишь только, когда он там расчистит немножко. Там кто-то еще собирался нас проучить, мы попозже к нему сходим. Так. Переберусь на ту сторону. Ага, конечно, перебирайся. Я перелечу. Так, а внизу еще тоже есть? Перебраться. И там, по-моему, еще какие-то кусты есть. А, это с другой стороны. Все, все, понятно. Что-то еще она собирает. Цветочки. Малыш, можно его взять? Кого? Кого она увидела тут? Кого взять? О, там еще охранник. Иди-ка сюда. Это по твоей части встреча. Все, заснул. Ладненько. Пойдем наверх. Ну-ка, уберем это дорогу. Да, расчистить тут все надо. Это что такое? Вы нашли одну из трех. Глина. Так, там есть что пособирать. Пошли-ка, Рапунцель. Может, еще кого-нибудь нарисуешь? Так, наверх. А эти цветочки что не растут? Вот. Я смогу перебраться. Да, постоянно подсказывают. Ну, с одной стороны, это хорошо. А что случилось? Это конь! Он такой угарный вообще. Он все хотел поймать этого Флина. Но в итоге, по-моему, он будет нам помогать. Он у меня там не может оказаться. Еще монетки. А когда он бегает по этим цветам, да, еще появляются. Ну, я не знаю, может, это не монетки, конечно. Мне кажется, что это монетки. Так, а как бы ему там оказаться-то? Нет, он не может туда допрыгнуть. Ладно, может, забьем на это дело? Ох, как высоко! Отлично. Так, Рапунцель. Тебя теперь туда отправляем. Вау, свалилась! Да блин! Почему так? Вот. Наконец-то. Как интересно, я это нарисую? А что там у нас? Зайчик. Да, такой немножко странный. Ну ничего, она прогрессирует в своих навыках. А так, и что, мы здесь никуда больше не переберемся? И еще что-то она там собирает. А, не знаю, у меня уже вроде как полная. Покачаемся. Может быть, и хватит. Вот здесь он у меня Не может перелезть, да. Я же говорю, нужно опустить ему волосы. У меня была такая мысль. Так. Это что? Ох ты. Повалили дерево. Порубаем тут кусты еще. А там что-то интересное. А, еще глина. Прикольно. Отлично. Так. Есть что порубить? Да, и хлебом не корми, дай что-нибудь порубить. Ты зачем спрыгнула, Рапунцель? Вот так долго туда добирались. А, блин, душа. Вот это, конечно, высаживает. Я смогу перебраться. То, что нужно играть за двух героев, один из которых, блин, потом куда-нибудь обязательно слезает не туда, куда мне надо. Я перелечу. Куда ты собралась лететь? Переберусь на ту сторону. Где? Вот здесь? Хорошо. Выращивать давай цветочки. Да, сейчас у нее уже сила волос такая, что и крутиться не надо. Цветочки сами растут там, где она пробегает. А что у нас это? Матушка-то все еще не пришла домой. Мы уже довольно долго гуляем в лесу. Вы смешали новую краску. Как интересно, я это нарисую? Лягушка. Нет, зайка был лучше. Тут, не знаю, довольно таки отстал от нас Флинн. А может быть, плетется где-то сзади. Давайте сейчас за него поиграем. Ты где? Давай, собирай. Может быть, найдет еще где-нибудь здесь клад какой-нибудь. Хотя нет, он сказал бы о том, что он там что-то почувствовал. Ну, нет. Ничего такого он нам не говорит. Хорошо, уходим. Так, вот здесь есть что пособирать. Здесь только один путь. Напролом. Так все порубаем. Вау! Ага. Мужик, отдохни. Ты че такой агрессивный? Спать. Все, можем побегать пока тут. Это он не дособирал. О, покачаемся. Давай сначала цветочки вырастим. О, покачаемся. Так. Тут уже разные. Какие-то рыженькие цветочки появились. Так, опять здесь нужно спустить ему волосы. А, да, там дальше ничего нет. Давай, где ты, герой наш? Вообще очень красивый лес, здесь много цветов, бабочек. Вообще не знаю, что здесь делают те охранники, но они, наверное, ищут его, скорее всего, так. О, что-то нашел, классно. Там какие-то звуки. Вы нашли новый меч. Ого. Что такое? Он нас обижал, что ли? Я перелечу. Быстрее от него слиняем. Я думаю, что там такое за звуки? Так, давай, где ты? Кого взять? Ты его вырубил, что ли? Какой он самостоятельный, а? Так, ну ладно, давайте им немножечко пройдемся, а то вот нападают как-то неожиданно эти мужики. Можно его взять? Кого она все хочет взять? Мы сейчас пока тут по лесу ходим, столько себе домашних животных наберем. У нас будет целый зоопарк. Так, у него какой-то вопрос. Где? Давай, копай. Да, у нее, кстати, больше уже. 788. 790 она насобирала. А у него всего 300. А, вот здесь еще куст. Тут пробежимся. Здесь не все ты вырастила. Так. Наверх надо еще забраться. Ух ты! По тропинке-то нам туда, наверное, да, уходить. Но мы еще не хотим уходить, значит, не все тут собрали. А, дерево можно повалить. Это опять работа для него. Блин, наверное... Переключим. Вот так. А она не сказала, что она хочет перелететь. Чё там у нас опять такое? Бабочка. Ну вот. Давно от неё ждала рисунка бабочку. Так, и что нам дальше уже тут? Некуда идти. Хорошо, уходим тогда. Давай, чтобы не разделяться далеко. Нет, он прям вообще бегает по ее волосам. Бессовестный. Побольше, побольше цветочков, чтобы еще красивее у нас было в лесу. Так, тут снова работа для Флина. Собирай свои монетки. Здесь только один путь. Напролом. Да, будем ломиться. Как сайгаки напролом. Там нужно прыгнуть наверх. Здесь что у нас? Ништячки. Ведь ждет, стоит. А там, когда надо было постоять, она падала все время. Спрыгивала. Ой, опять конь. Так интересно, у него грива заплетена. Ладно, похоже, он нас не обнаружил. Скройтесь от Максимуса, бегите по лесу как можно быстрее. Блин. Будет весело. Да, тебе так кажется, что это будет весело? Вот, то, что надо. Она перелетела? Ты тут? О, умница. А он у нас как заберется? Не знаю, ладно. Бежим. А, нет, он нам нужен. Так, может он внизу сможет пробежать? Еще что-то мы тут нашли. Кусты. Так, нет, она тут определенно должна ему помочь. Да. Все-таки здесь нужно играть вдвоем, я делаю вывод. Наверное, это было бы проще. Что-то на пути. Так что-то. Кусты. Так, где ты? Я перелечу. Давай. Перелетай. А он как перелетит? О, еще что-то нашли. Чудесный цвет. Мне нравится. 2:20 уже, да. А нам там сказали быстро. Ты зачем спрыгнула? Козявка. Вот ведь какая, а? Так, это ладно. Его монетки. Иди дособираешь тогда. Раз мы все равно не успеваем сделать это быстро. Так. А, вот здесь, кстати, тоже. Есть деревца. Пособираем хоть. Раз уж она у нас прыгнула. Может, нам не убежать от этого коня? Я перелечу. Давай спускаем ему волосы. Да не надо резать. Залезай. 3:18, да, блин. Минутку. Это работа для Флинна Райдера. Идите, говорит, как можно быстрее, сами столько приколюх всяких разложили. Давай, прыгай на ту сторону этой штуки. Да, давай, Рапунцель. Дурацкие качели. Ой, он куда-то улетел. Так, стой там. Стой там. Да, она стоит там, давай. Волосы. Отлично. У нас отличная команда. Мы убежали? Или он нас поймал? Не знаю. Вот это класс. Нет, мы пойдем дальше. Мы не шли на рекорд. Мы тут все подряд собирали. Давай вырастим еще цветочки. О, мы закончили этот уровень.